И еще одна авария. 7-летнюю девочку сбила насмерть машина. Произошло это в 9 утра на первом километре автодороги Хасавюрт-Тлох. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила множественные травмы различной степени тяжести. Она была доставлена в городскую больницу Хасавюрта. Однако спасти ее жизнь не удалось. Водитель задержан. На втором километре автомобильной дороги Хасавюрт-Тлох водитель 1999 года рождения, уроженец селения Атлух, управляя автомобилем Приора, допустил наезд на пешехода 7 лет, уроженца Республики Таджикистан, на пешеходном переходе. В результате ребенок скончался от полученных травм.